хочу поздравить наших белорусских братьев из далекого Казахстана с наступающим днем великой победы советского народа над фашистской Германией. И пожелаю я вам всего самого хорошего, процветал, чтобы Беларусь и чтобы белорусский народ, многострадальный белорусский народ, который перенес множество страданий в той войне, самые добрые слова, пожелания, здоровья, наверное, успехов в труде, ну и процветания народа.